Как ты думаешь, она в ЗАГСе скажет «да»? Да. Привет. Привет. Как дела? Ну, пойдет. Лучше всех. Мне надо теперь рассказывать, наверное, как я сильно его люблю, да? Моя подружка пришла с дня рождения. Он был на дне рождения. Показал мне видео с ним. Ну, естественно, он мне очень сильно понравился. Она меня просто вот зацепила. Вот я ее увидел, мне вот захотелось ее написать. Когда хочется детей маленьких потискать. Вот это вот мое дитё. Только сиськами. Под рукой прокрути и прижми аккуратненько. Вот, супер, супер, супер. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас во дворце бракосочетания Екатерининский зал. Написал и прям ждал встречи с ней, когда увиделся. Мы с ним увиделись даже на 10. Так получилось, что я выхожу, и у меня как будто предчувствие такое. Я на левый взгляд кидаю и сразу понимаю, что это он стоит в кепке. Да мне смешно! Мне что, плакать, что ли, свадьба? Наступает торжественный и ответственный момент в вашей жизни. Перед государством на регистрации брака прошу ответить. Является ли ваше желание вступить в брак искренним и взаимным? Прошу ответить вас. Аминь. Любишь меня? Привет. Так, чисто из-за айфона 13-го кружится там. В итоге я пришла на магазин, вижу его. Он весь такой красивенький, хорошенький, подкачанный. Но мне очень сильно понравился. Ваш ответ, Наргиз. Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Какая она? Красивая, добрая. Отзывчивая. Помощь, если нужна какая-то, она всегда поможет. Она щедрая. Нет такого нету, что там жалко что-то будет. Такого нет. Are you running round in circles with no place to go? Is there a person in the mirror you don't even know? Someone still sees who you are. Да, побежали. Were you the kid that was a dreamer, now you don't believe? Are you the lock that got so broken, now you lost the key? Someone still loves who you are, yeah. To anyone who ever lost your way, to everyone who ever felt ashamed, here's a song for all the broken hearted. I believe you're only getting started. To anyone who trusts in Jesus' name, watch your world become forever changed. Here's a song about light from darkness. I believe you're only getting started. Да, я её украл, я ей сказал, что собирай вещи, завтра утром 8 утра я буду приехать. Я приехал, мы уехали с ней. Я еще включал персонал. Полдня где-то прошло, мама ей звонила, названивала. Я взял трубку, она сначала не поверила, что это я. Ну, потом поднялся кипиш вообще на весь город.
Африку салон Лира, Осиан Сагис, Эмэджа Кейдж, Эмэджа Сагис. Ну что, как договорились, все-таки я приехал к ним, разговариваю. Изначально разговор у нас так и не сложился. Мы опять приехали. Ну потом все наладилось, приехали, поговорили. Ну сейчас вроде как мама говорит: сынок, сынок. Даже маму приходилось иногда обманывать, чтобы выйти с ним погулять. Мам, я на вождение, я сама с ним гуляла. Почему он? В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, сегодня, 28 сентября 2022 года, во Дворце бракосочетания, Екатерининский зал, ваш брак зарегистрирован. Документ. Я желаю, чтобы вы легко этот путь прошли. С абсолютным равновесием, уважением, любовью и радостью. Поздравляю. Ну, я вообще изредка кому доверяю. А вот, ну, на него посмотрела и как... Я поняла то, что, ну, этому человеку можно доверять. Страшно было, конечно. Я доверилась. Мама с сыноками, дочь Наргиз. Поздравляю вас. Теперь вы стали мужем и женой. Берегите друг друга, любите друг друга. Цените. Я никогда не забываю ручник. Мы хотим видеть вас такими красивыми, счастливыми. Счастья вам. Crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Любить тебя всю нашу жизнь.
быть с тобой, постоянной горе и радости, нарожать кучу детей, построить дом, посадить дерево, когда родится сын. Обещаю, буду вместе всегда. Я люблю тебя. Клянусь, то, что я буду всегда верна. Я буду всегда его любить, уважать, ценить. Он у меня всегда будет чистенький, одетый. Ну, кушать я, конечно, так готовлю. Научусь для него, для тебя точнее. Я их обещаю, то, что куплю тебе машину, какую ты хочешь, там, Вольво ты хотел. Я все для тебя сделаю.